пузыре из гороха. Стебель очень легко выдергивается. Корневая система полностью, можно сказать, разложилась. Это гриба. Бобы недоразвитые. То есть это увядание. Который не дает возможность гороху полностью налиться. Есть места, где только фаза бутонизации тоже с этим фузариозом. Есть более, вот это более поздняя фаза, ближе к наливу. Так он себя проявляет. То есть здесь, конечно, будет на этом пятне какой-то недобор урожая. А в целом по полю проблем, скорее всего, не будет. А, как бы то, что здесь была какая-то болезнь, то, что она есть, почвенная инфекция, мы можем, если мы эти пятна будем не видеть, мы можем сказать, что ничего не произошло. Для этого года, когда урожай в массе в пределах 50 центнеров, пускай мы получим, недополучим там 5 центнеров или даже меньше, пускай будет 48 центнеров, средняя урожайность 2 центнера мы недополучим из-за этих пятен, мы не заметим проблему. Проблему, возможно, мы заметим в следующем году или через какое-то время, или когда год такой же влажный повторится, потому что